репрессивные действия не только в отношении моей семьи. Это репрессивная система, когда Путин захватил власть, началось в отношении всех поволжских народов. От путинского режима страдают чуваши, башкири, уртмурты, марийцы, мокши, эрзы. Все представители народа страдают, все общественно-политические организации. Да, действительно, в отношении меня они очень жестко поступили. Были случаи избиения, тогда получил 18 местах перелома костей. Меня даже отправили в психбольницу. Многократно я получал штрафы, многократно я сажали в тюремные камеры. Я очень благодарен общественно-политическим организациям, украинским, европейским, народам Поволжья, американским, турецким. Действительно, в мировом масштабе, когда я находился в психбольницах, в тюрьмах, в защиту меня проводили акции, собирали подписи, писали письма. Это вдохновило меня дальше продолжать борьбу. Таких, как я, очень много. Но мы сплоченно должны вести работу против этого преступного режима, против путинского режима. Дай Бог, этот режим скорее чтобы развалился. Ни одна империя еще не удержался вечно. Думаем, что это русская империя, думаем, тоже развалится.